Всех приветствую на своем канале. Сегодня хотел бы сделать небольшой обзор термокружки из Китая. Заказывал я себе 400-миллилитровую, 400-миллилитровую кружку. Вот пошла она в такой вот упаковке черной, в коробке. Вот, обернута вот такой вот штучкой. Пока еще емкость не замерял, как и не заливал в нее воду горячую. Сейчас проверим. Давайте произведем замер диаметра данной кружки. Он составляет практически 8 сантиметров. Не удается что-то сфокусировать. Вот, 8 сантиметров. Высота данной кружки составляет, ну, наверное, 98 миллиметров. 98 миллиметров. Ну да, где-то 98. Ну, глубина. Глубина составляет 8,5. Получается где-то порядком 1 сантиметра составляет у нас вот эта вот вакуумная поверхность. Ну, кружка внутри, в принципе, аккуратная. Сейчас проведем тест неодимовым магнитом. Магнитится она или нет. Вот такой вот у меня неодимовый магнитик. Проведем с помощью него тест. Я слышал о том, что если кружка магнитится, значит, это плохой показатель. Как мы видим, магнитится очень плохо. В качестве примера у меня есть еще вот такая вот термокружка фирмы Татонка. Вот, кстати, в моей вот в этой 400 миллилитров, так заявляет продавец, а вот в этой 350. Потом замерим. Что-то мне не верится, что здесь 400. Но посмотрим. И вот, кстати, вот очень интересный факт. Кто знает, исправьте меня, пожалуйста. Видите, вот сюда не магнитится, не магнит, а сюда магнитится. Я слышал такую версию, что выбирают посуду из нержавейки с помощью магнита. Не знаю, на самом деле ли вот этот способ он правильный. Вот, ну, как видим, на фирму Татонка липнет. Данная кружка стоит порядком 15-20 долларов. Я уже цену не помню. Данная кружка стоит порядком 7. Видите, сюда не магнитится, а сюда магнитится. Не знаю, свидетельствует ли это о качестве нержавейки, пока не знаю. Ну вот сейчас нальем сюда горячую воду и в этот, и вот в этот стакан, и посмотрим. Чайник уже закипел. Давайте произведем замер температуры в стакане. Ставим для этого сюда. Термометр. Температура тут вот видна немножко, как она колеблется. 75, я думаю, будет около 90 градусов. Ну вот, я использую данную кружку в качестве эталона. Посмотрим, действительно ли в этой кружке 400 миллилитров, как заявил продавец. Но если зайдет хотя бы это, 350, то будет нормально. Кружка сама по себе здесь теплая, держать ее невозможно. Как я читал в интернете, что желательно не полностью доливать. Но, как вы понимаете, кружка данная полезна тем, что вы можете налить напиток, и он будет не так быстро остывать в данной кружке. Ну, сейчас давайте температура. Вот тут вот видна. 91 градус. Плохо видно, конечно, но тут, я думаю, увидеть можно. 91,5. И давайте перельем ее в данную кружку. Посмотрим. Ну,
Ну, как мы видим, в принципе, здесь, наверное, 400 миллилитров есть, наверное. Сейчас попробуем. К сожалению, у меня пирометра нету. Как нагревается данная кружка. Потому что вот эта кружка нагрелась довольно-таки сильно. Тут вот можно попробовать данным термометр прикоснуться, посмотреть. В следующий раз сниму видео с термометром. Ну, температура начинает падать, но судя по ощущениям, температура порядком 60 градусов. Руку удержать тяжело. В данной кружке, в принципе, нагрев аналогичный. Но данная кружка снабжена рукояткой, которая не греется. Вот смотрим, какая температура здесь. Вот видим, какая температура, 70 градусов. Наверное, думаю, будет порядком 80. В принципе, температура такая же, удержать руку тяжело. Но, естественно, надо будет в следующий раз снять видео. Здесь ее будет тяжело удержать. Надо будет потом замерить, как быстро вода тут остывает или нет. Есть еще некоторые модели вот данных кружек, которые снабжены еще крышечкой. Для заваривания, наверное, травы или кофе. Видим, температура 85 градусов. Получается, 10, чуть меньше 10 градусов потерял он. Вот. Ну, такая вот кружечка. Тут, может быть, если долить до конца, то может быть 400 миллилитров. Я всех благодарю за просмотр. Всем большое спасибо.